Сплоченная команда, отличная погода и свежий воздух – хорошие помощники в деле благоустройства территории. А потому посадка кустов в детском саду номер 2 Бреста проходит дружно и активно. Осень – традиционно сезон наведения порядка и озеленения в нашем городе. На этот раз инициаторами акции стали представители Брестского городского совета депутатов. Сегодняшняя наша работа является продолжением весенней акции по посадке деревьев в депутатских округах. Такая работа была проведена весной этого года. Было высажено более 160 деревьев. Мы будем наш пример распространять для того, чтобы и по другим территориям, по другим округам депутатским тоже эта работа продолжалась. Мы занимаемся благоустройством и озеленением территории нашего учреждения. По периметру всей территории нашего учреждения высажены туи. Все участки игровые для наших детей разграничены своеобразной живой зеленой изгородью. Наша территория преобразилась, озеленилась. Мы очень благодарны тем людям неравнодушным, которые помогают нам в этом. Среди неравнодушных людей, которые активно включились в экологическую акцию, не только депутаты и работники сферы образования. Незаменимую помощь оказали коммунальные предприятия города. Я, пользуясь случаем, хотел бы выразить огромную благодарность вот именно работникам и 4-го ЖЭСа, и 7-го ЖЭСа, лично начальникам ЖЭСов и нашему коммунальнику. То есть это была такая работа, которая состояла из многих составляющих. И вот привести, распределить эти деревья, развести их по адресам, посадить, это вот мы сегодня практически с самого утра этим вопросом организационно занимались. Этот микрорайон существует около 47 лет. Здесь деревья тоже высажены, старые уже, некоторые вырезаются, соответственно. На их места надо чем-то, как говорится, заполнить или возместить. Здесь, как говорится, мы работаем на наш город. Для своего города его жители трудились в этот день и сотрудники центра «Тонус». Теперь 5 новых лип появятся на его территории и в скором времени будут радовать своей пышной зеленью. В этом уверен и главный врач учреждения, один из тех людей, которые всегда рады поддержать добрые инициативы. Мы, депутаты Брестского горсовета, постоянно проводим участвуем в акциях по озеленению города Брест. Для того, чтобы город становился все краше и краше. Он и так у нас очень красивый, самый лучший город на свете, но при этом мы хотим сделать его еще красивее, еще лучше. А вот, казалось бы, лучше, чем в начальной школе номер 6 города Бреста, и не бывает. Ведь ее территория буквально утопает в зелени. Но для сотрудников это вовсе не повод останавливаться. Поэтому экологическая акция к концу дня вышла за периметр учреждения образования. На территории учреждения образования было высажено более 20 кустов спиреи. А за территорией, уже на пришкольной территории, скажем так, мы высаживали деревья. Это молодые липы и клены. Можно сказать, что сегодня мы сделали некую такую корректировку, посмотрели, что где еще требуется, но еще сделали краше нашу пришкольную территорию. Сделать Брест лучше под силу каждому из нас, а сделать это вместе гораздо проще. Поэтому кампания по благоустройству, озеленению и наведению порядка продолжится.